Гостей села Пластунка встречает храм. Правда, еще не достроенный, но уже видно, что церковь станет местной достопримечательностью. Главе города показали здания и снаружи, и внутри. Храм возводят местные жители при участии меценатов. Они же 4 года назад установили на въезде в село мемориал павшим в 40-х годах селянам. Общественники на Пластунке активны, отметил мэр. Сейчас для них главная задача – подключиться к программе благоустройства. Свои предложения по обустройству скверов селяне обещали представить в ближайший месяц. Тем временем в селе уже шумит строительная техника. Идет долгожданный ремонт улицы Леселидзе. Не всей, правда, а участка от дома номер 59 до сельского кладбища. Эту дорогу долго ждали, потому что там у нас кладбище большое, сельское. И людей много там живет, в той стороне. И вот это очень большой подарок для села. Дороги в привычном понимании здесь не было вообще. Периодически отсыпали ее щебнем, выравнивали грейдером. О тротуарах и освещении речи не было. Но теперь все это появится здесь в сентябре. Капитальный ремонт дороги в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» строители обещают завершить досрочно. Приведут в порядок в сельском округе и еще одну большую улицу. Улица Армянская тоже, она тоже будет в ремонте. Мы до 25 августа ее завершим. Там тоже делаем тротуары. Вот, и в принципе будет неплохая улица. Неплохая. Тротуары, к сожалению, ну их там нет, и сделать их стандартными не получается. Но сделать так, чтобы они не были стандартными, ну, по ним можно ходить пешеходом, это нужно. И мы это сделаем. Вторая часть улицы Леселидзе и улица Джапаридзе в планах на ремонт. Однако, отметил Анатолий Пахомов, чтобы новые дороги не пришли в негодность уже через год, на них установят новые знаки. Нагрузка на ось не более 4 тонн. То есть большегрузом въезд запрещен. Соблюдение правил будут проверять экипажи ДПС. Построят в этом году на Пластунке и новые детские площадки. На тех же улицах Леселидзе и Джапаридзе.